Смотрите, я подсоска, давай давай. Затаившись в кустах таинственного леса, я наблюдаю, как несколько снегбордистов в своей привычной для себя среды прыгают с трамплина. Но они, кажется, меня заметили. Но ничего страшного, это не помешает съемкам, потому что они любят показать себя. Вот главный снегбордист. Он вожак здесь. Нам плохо его видно, потому что его никогда не удавалось заснять. А вот это приезжий из других мест. Набравшийся опыт снобордист. У него все еще впереди. Вот он выбрался со старыми в профи, чтобы немножко поучиться. Он доедет? Они доедут. Тихо. Волга доедет. Да, смотри, вперед смотри. Ругаются на своем языке, показывая друг другу недовольство этим местом. Надо!
Рядом с дыркой! Кировск, это круто!